сценарий хороший, отличный, да, классный, крутой. И Дед Мороз, да. Дед Мороз, да. Здравствуйте, взрослые детишки. Очень интересно. Интересно было. Почти все Дед Мороз понравился. И Фунтик. И Фунтик? Самый веселый. Понравилось, очень все было красиво. Вкусно. И представление тоже очень такое. Прям детство напомнило Фунтик. Вот это вот. Да, ну, сразу короче вспоминается мультик про Фунтика. Да, развязан. Ну, вы видите, как много сегодня здесь девчонок, и неспроста. Потому что сегодня в Зеленый дом пришла им школа для девочек Фия. Мы договорились, что Новый год будем отмечать здесь же. Почему? Да потому что презентацию начала учебного года мы тоже делали в Зеленом доме. И если здесь в начале, когда только открывалось это пространство, мы были в самом начале, в сентябре, и вот теперь мы пришли на замечательное представление про новогодние приключения Фунтика, плюс сейчас мы как раз ожидаем развлекательной программы новогодней, нужно сказать, изменения, ну, очень значительные. Здесь вы получите возможность не только для отдыха, но прекрасные фотозоны, коллекции картин, коллекции произведений искусства, даже, я так понимаю, ручная работа, видно, да, которые вот эти полотна на стенах. Пространство само по себе уже достаточно интересное. Ну, а для тех, кто хочет провести время еще и с пользой, здесь проводятся и театральные постановки, здесь проводятся и культурные вечера. Я так думаю, что мы со своими девочками еще не единожды к вам заглянем. Мы еще раз сюда придем.